Хочу признаться в любви, поздравить с наступающим праздником в канун этого День Святого Валентина. Близких своих, жену, ребенка, ну и все население. Что пожелаете всем? Самое главное – здоровье. Желаю маме самого лучшего в этом году, чтобы ей много денег, все остальное. Да помнишь, да? Счастья желаю всем, радости, успехов. Ты мне 14 февраля собираешься праздновать? Да. Как? Купить в магазине какой-нибудь подарок и подарить своей второй половинке. У тебя есть вторая половинка? Да. Уже? Да. Ничего себе. Хочу признать в любви своей семье, детям своим, дочерям, внукам, внучкам. Что всем пожелаете? Всем пожелаю здоровья, счастья, успехов во всем. Будете справлять праздник? Ну, конечно, в кругу семьи, с девочками, с дочками. Желаю здоровья, счастья. Пусть у всех будет много девочек и много мальчиков. Я знаю. Вы собираетесь справлять? Нет, не собираюсь. Почему? Ну, мальчики. Почему не будете справляться? Ну, какая влюбленность у меня? Какая влюбленность? Одна нога моя деньги. Ну так в любви все возрасты поколены. Не надо, не сфотографируйте. Привет, мам. Я тебя очень сильно люблю. Как собираетесь праздновать праздник? Дома. Никак. Почему? Я не справляю просто этот праздник. Вы не верите в любовь? Нет, я верю в любовь, правда. Но? Но я его не справляю так-то. Хотя мы дарим валентинки друг другу, друзьям, одноклассникам. Давай признаемся кому-нибудь в любви. Угу. Давай. Давай. Скажи, хочу признаться в любви. Хочу признаться в любви. Родному городу. Родному городу. Родной республике. Родной республике. Родной стране. Родной стране. Чебурашки. Всем знакомым привет. Что пожелаете всем? Ну, добра. Собираетесь праздновать 14 февраля? Да, дома. День, как, влюбленных, по-моему. Mm-hmm. Или как, 100 Валентина, правильно? Да. Как собираетесь праздновать? Ой, да никак. Я не знаю даже. Не знаю. Давайте кому-нибудь в любви признаемся. Да никому. Я один. Давайте родному городу признаемся. А, любимый город поздравляю с днем, как, влюбленных. Днем города. Ясненько. Нормально в городе. Все тепло, да, на улице. Хорошо. День Святого Валентина. Вот, что за праздник такой? Это день влюбленных всех, и студентов, и взрослые тоже. Это праздник для взрослых. Как собираетесь отмечать? Ну, у меня внук, правнучка у меня в этом году родился. Вот я сейчас 4 месяца. Сегодня я к ним пойду. Угу. Вот у них прошлый год свадьба была в сентябре. Вот. Ну, давайте как раз какое-нибудь хорошее признание в любви. По любви? Ну, в общем, что можно сказать? Любви все возрасты покорны. Даже в моем возрасте любить всегда можно и нужно. И надеяться на лучшее. А любовь бывает разная. Любовь бывает и к детям, к внукам, и к любимому человеку, и к своей семье, и ко всем. День всех влюбленных. Как празднуют обычно люди? Ну, пара проводит этот день вместе. Встречается в кафе, ходит в кино, гуляет по паркам, проводить день вместе. Как ты этот день проведешь? С родителями, вместе, в кругу семьи. Проведем все день этот вместе. Давай признание любви кому-нибудь, хорошее пожелание. Ну, папе, маме первым делом. Я их, пап, мам, я вас очень сильно люблю. Ну, вот все. Что желаешь?
счастья, здоровья, любви. Я хочу поздравить всех с будущим днем, всех влюбленных, признаться в любви своему городу и всех, кого я люблю, передать привет. Я хочу, чтобы обязательно в этот прекрасный день никто не оставался один, чтобы во всем нашем городе можно было почувствовать любовь. Всем любви и счастья!